20 февраля этого года – день редкий по своей красоте и приметам для любителей магических дат. Числа 20.02.2020 в своем свидетельстве о регистрации брака захотели увидеть многие. На Люберецкий ЗАГС обрушился шквал свадеб. Наш корреспондент Анна Троян не смогла пройти мимо такого события. Что означает марш Мендельсона, знает каждый с детства. Белое платье, фата, кольца, слезы счастья и самые заветные слова. Прошу ответить невесту, да. В самый важный день жених не волновался, хоть и на себя примерил эту роль впервые. Для Сергея Тарачанова бракосочетание – это что-то обыденное и повседневное. За его плечами 400 проведенных свадебных торжеств. А вот невеста, напротив, испытала весь спектр эмоций. Мы хорошие друзья. В первую очередь, да. Мы очень любим друг друга. Да. Это в первую очередь. Есть очень простое объяснение. Мы на одной волне. Да. И юмор, любовь, и грустные моменты бывают. Мы тоже переживаем это совместно и будем теперь делать это всю жизнь. Но об этом не Сергей когда-то только мечтал. 2 года у Натальи неустанно добивался в социальных сетях первого свидания. Увидев глаза в глаза друг друга, искорка между ними проскочила сразу. Родители Сергея – пара с солидным опытом совместной жизни. В браке 36 лет. Давали молодоженам советы. Хочу, чтобы шли по жизни правильно, прямым, без обманов и с чистой, с простертыми, как говорится, объятиями. И берегли свою любовь. До главного решения Сергея Наталья оставалась ждать лишь совместного отпуска. Романтика южных берегов Сиамского залива подтолкнула его сделать главный шаг в жизни. Он сделал ей предложение. А выбор красивой даты для свадьбы сделала невеста. Это просто мой, знаете, женский долг был выбрать красивую дату. На самом деле просто красивое число, зеркальное, 20.02.2020, очень красивое число. Я думаю, что мой муж эту дату 100% не забудет. Да, правильно? Я постараюсь. Какого-то сакрального смысла в этом нет. Если бы мы женились в какой-то другой день, это бы не было для меня каким-то огорчением. Подумали так же, но все же решили узаконить брак именно 20 февраля 2020-го еще 52 люберецкие пары. Красивая, уникальная дата прибавила работы сотрудникам ЗАГСа как минимум вдвое. Межрайонное отделение в Люберцах приняло всех желающих. Последний раз красивая дата была в 2012 году, 12-12-12. Теперь спустя некоторое время. Вообще очень много граждан, которые хотели бы создать свою семью. И вступают в брак, их становится больше и больше с каждым годом. Я думаю, что не должны наши граждане зацикливаться на красивых датах, потому что самое главное – это любовь. Нумерологи считают, что связать себя узами брака 20 февраля именно в этом году к счастливой и благополучной семейной жизни. Верить в магию чисел или нет – решать вам. Однако в 2020 году осталось немало красивых дат. Очевидно, многие предпочитают узаконить свои отношения в особенное время. Следующий наплыв свадеб – Красная Горка, которая в этот раз выпадает на конец апреля. А дальше – месяц май, которого совсем зря боятся суеверные пары. Статистика доказывает – браки, заключенные в это время, распадаются реже всего. Анна Троян, Валерия Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.